К нам по небесной лестнице спустится Христос. Скажет нам он: здравствуйте, к вам я вновь пришел. Так возрадуйся ж, народ, к вам вернулся я. Годы долгие я ждал, чтоб вернуться к вам. Буду вас учить, как жить, как добро творить. Буду вас учить не лгать, как Творцу взывать. Буду вас вести я вновь в самый лучший миг. Буду теперь с вами жить и вас всех любить. Помните, я обещал, что вернусь я вновь. Слово я свое сдержал, я вернулся к вам. Знаю, трудно вам порой, я вам помогу. Укажу вам верный путь и вас всех спасу. Скоро-скоро этот день, скоро-скоро настанет этот день. Христос придет, чтоб снова с нами жить, чтоб нас учить вести вновь за собой, чтоб изменить мир, прогнать зло прочь, чтобы царила любовь вновь на земле, чтобы царило добро вновь везде. Христа мы будем вечно прославлять, и к его словам, и вечно будем к словам его внимать. К нам по небесной лестнице спустится Христос. Будем тогда рады мы, встретим мы его. Будем мы просить его, чтоб помог он нам, чтоб болезни все прогнал, излечил всех нас. В нем спасение и жизнь, сила Бога в нем. Без него не сможем мы, все мы пропадем. Будем следовать за ним в холод и в жару. Будем мы любить его, подражать ему. Это чудо, что он есть, что Бог его послал, чтобы нам он помогал, чтобы нас спасал. Слава деяниям его, мир ему всегда. Не забудем мы его и его слова. Скоро-скоро настанет этот день. Христос придет, чтоб снова с нами жить, чтоб нас учить вести вновь за собой, чтоб изменить мир, прогнать зло прочь, чтобы царила любовь вновь на земле, чтобы царило добро вновь везде. Христа мы будем вечно прославлять и вечно будем к словам его внимать. К нам по небесной лестнице спустится Христос. Будем тогда рады мы. К нам по небесной лестнице спустится Христос. Скажет нам он: здравствуйте, к вам я вновь пришел. Так возрадуйся ж, народ, к вам вернулся я. Годы долгие я ждал, годы долгие я ждал, чтоб вернуться к вам.
Буду вас учить, как жить, как добро творить. Буду вас учить не лгать, как творцу взывать. Буду вас вести я вновь в самый лучший миг. Буду теперь с вами жить и вас всех любить.